Я очень доволен отдачей ребят, опять же. Вы видели, наверное, сегодня, какое количество защит команда совершила, защиты, страховок. Это говорит о том, что стопроцентная концентрация, внимание. И стоит отдать должное. Хочу хвалебные, скажем так, отзывы в адрес команды, потому что у нас был, как вы знаете, непростой перелет, переезд, непростые игры с точки зрения эмоций, с точки зрения результата. Для нас была очень важная игра, и команда выложилась там, не знаю, на 200, наверное, процентов. И сегодня были некоторые опасения, что просто эмоционально могут не выдержать. К тому же «Динамо» имела некий карбланш, они все-таки готовились к этой игре, были, наверное, физически готовы получше, но за счет характера, за счет воли, наверное, в первую очередь, ребята смогли, нашли все силы и в четвертой партии переступить через себя, хотя было непросто. Я видел, я чувствовал, что насколько резво, бодро мы начали, и потом энергия как батареечка, да, то есть она заканчивалась, и очень важно, что могли опять же где-то опустить руки, но так же, как и с Новосибирском, вот этого не сделали, и спасибо им большое, что так играют пока.